Так, ребят, всем привет. Продолжаем играть на карте Бурлаким 2.0. Сегодня надо собрать соломку. Сейчас быстренько тут тюки сделать. Потом их тоже вывести надо будет. Сегодня, кстати, хочу заняться камнем. Надо возле дома собрать, вывести его. Надо будет забор ломать. И так далее. Так что работы полно, как обычно. Давайте начнем. Сегодня задействую уже вот этот вот 12-23 Беларусь. До этого я же маленьким собирал тюки круглые. Сегодня большим решил. Так, ну что, поле полностью я солому с поля убрал, ну точнее тюки сделал. Сколько получилось-то? Блин, к сожалению, вот этот нельзя выгрузить, он почти на 6000 литров, но не полностью, поэтому выгрузить с него не получится. Жаль, конечно. Так, а сколько получается? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 тюков. Солома, ну нормально, нормально, как раз. Все это пойдет на склад. Так, вот и это место мне пригодилось. Постепенно что-то где-то буду расчищать, ребята, площадочку. Места освобождать, где-то мусор убирать. Когда будет необходимость. Вот здесь нормальное место. Пускай здесь стоит. У меня трактор ждет. Под посев нужно загрузить его. Так, а я вот что думаю-то? Может быть, мне большим трактором и загрузить? Он мне все равно потом понадобится. Давайте так и сделаем.
Маленький брать не буду, хотел маленьким. А, кстати, да, сейчас кое-что покажу. Хотя не, попозже. Попозже кое-что покажу. Что у меня теперь есть, я надеюсь, вы еще не видели. Потом покажу чуть позже. Сейчас поедем, загрузим этого. Кировец надо загрузить. Семенами и удобрением. Там у него сейчас есть, но маловато. Сейчас закинем по парочку мешков, наверное. Так, близко, наверное. Кстати, у меня часть дров уже на складе лежит. На всякий случай убрал. По ценам надо будет потом прикинуть. Если зимой цены будут маленькие, то весной продам. Так, у меня тут... Давай большой сначала загружу им. Может быть, большого сразу хватит, чтобы... То мелкий загрузишь, там есть неполный. Потом еще с большого забирать. Блин, а мне сначала надо было удобрение взять. Ладно. Что-то он... Подожди, а что он так высоко сработал-то? Он должен ниже был поднять, опуститься. Что за... Во! Что-то там заклинило, походу. Механизм какой-то. Я уж думал, задирать придется. Так, сколько там... Давай посмотрим. А, ну тут еще можно. Можно, в принципе, тот мелкий закинуть. Потом удобрение. Так, ну все. Пускай работают. Пшеницу сеют. Так, сколько удобрений получает? Ну, 70%. Да, тут. Да, 60-70%. А, нет, это... Ну да. Удобрено на 50%. Дополнительный урожай это 60-70%. Второй раз удобрять уже буду весной, получается. Все, пускай работает. Михалыч, как дела-то? Все нормально? Повнимательней тут. Не проспи. Так, кузов я уже... Борта нарастили мне мужики. Так, ну что, как? Все сделано? Все отлично. Вон, работяги стоят. Поехали сейчас к дому. Сейчас нужно будет несколько секций забора сломать. Чтоб туда техника проехала. Так, а что я тут поехал? Надо было... Там, ну ладно. Поехали здесь. Вот он, вот погрузчик вольвовский. Сейчас вот здесь надо убрать несколько секций. Давайте сделаем это. Потом восстановлю. Немного потрачусь. Ну да ладно. Стройка. Стройка. Думаю, достаточно. Больше не стоит.
Так, да, нормально. Можно будет сейчас мазик сюда загнать также, чтобы не сюда каждый раз выезжать. Все, шикарно. Отлично. Так, ну у этого уже ковшик поменьше. У того, я помню, был десятка. Здесь 3600. Не так уже быстро будет загружаться. Стой! Что, да ладно. Да, что-то... Вот это да, я-то думал, он сможет, но он не может. Он не может поднять на такую высоту 3600. Не-не-не-не-не-не. Слишком тяжелый. Ты смотри, что происходит-то, а? Серьезно. А зачем он тогда? Это же комплектация идет. Это его комплектация. Это не от какого-то другого погрузчика. Это от этого погрузчика. Почему такой... Нафига он тогда в такой комплектации идет? Да. Ладно, придется тогда... Придется ждать другой погрузчик, когда пригонит. Потому что... Ну, и это не годится, оказывается. А маленьким, маленьким еще меньше, я не знаю. Нет, нет смысла. Так, ну что ж, знакомый Хитачи. Будем грузиться им. Хотел новым погрузчиком, но не судьба. Этим будет, конечно, быстрее намного. И поднимает он больше. Понадобится сколько там? Ну, 4 ковша, да, чтобы туда закинуть. Так, вот эти кусты как бы мешают. Мешают. Не на месте они. Так, ну тут будет даже больше двух прицепов-то. Я-то думал, тут за два раза все вывезу, но, судя по всему, нет. За два раза тут не получится. Скорее всего, раза за три.
Ну да, 36 тысяч литров. Поехали. Сейчас разгрузимся там. Я надеюсь, все нормально сработает там. Так, разгоняться особо не будем. Ребята тут тоже работают. Так, ну давай попробуем. Сторона разгрузки. Куда это пойдет? Ну-ка. Вправо? Нет, влево. Но влево тут, блин, подожди. Я все понимаю, но там места как-то маловато. Давай вправо. Ну что, как мужики дела-то? Работаете? А, это женщина, я думал. Я думал, это мужик стоит. Приемка. Так. Тут получается 60 тысяч камня. Ну, вывезу, когда будет нам за 100 тысяч этого камня на производство. Так, все, последки. Да, получилось в итоге три машины. Последняя неполная. Вот остатки, все. Я, наверное, пока закрывать не буду забор в этом месте, потому что я же хотел в тот раз пруд здесь сделать. Возможно, я буду использовать экскаватор, чтобы снова мне не ломать тут потом ничего. Чтобы экскаватор загонять, да, я пока оставлю этот проем. Потому что если я буду копать экскаватором, будет опять либо камень, либо песок под пруд. Да ладно, полностью, ничего себе. Ну, в машине еще много остается, 26 тысяч литров. Так, ну-ка, давай посмотрим вот здесь.
Производство камня. Ой, блоков и... Ну да, полностью забит. Просто полностью. Ну, машину мне нужно освободить, потому что прицеп все равно рано или поздно мне понадобится. Не знаю, сколько он... Я, знаете, как сделаю? Я пока оставлю в прицепе. Если уж прямо сильно понадобится, ну тогда выгружу прямо на землю. Потом уже трактором подберу. Пока так оставлю, ладно. Основная продукция у меня находится здесь, на складе. Смотри, сколько уже тут извести. 9 тысяч литров извести уже. В тоннах это, ну, один поддон это 1,5 тонны. Так, вот, блоки уже тут сколько. На одну машину точно есть, но плитки еще не накопилось столько. Так, надо помыть. И сеялку на прикол уже ставить, потому что в этом году уже точно сеять ничего не буду. Трактор тоже можно сполоснуть. Хорош. Так, а все-таки масло мне придется, ну и за кадром уже все-таки разгружать там на землю просто, потому что мне нужен будет полуприцеп для погрузки соломы, чтобы сразу за один раз все вывести, чтобы вот на этом не возить на маленьком. Хотя я там сколько считал, там 11, да? Или 9, или 11 тюков. Он, возможно, даже этот задействую. Да, кстати говоря, этого вполне хватит. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.